что, ну, он черный пояс по джиу-джитсу, ну, и что дальше? Ну, хорошо, молодец. А он мастер спорта по кикбоксингу, а этот мастер спорта по плаванию, ну, вообще шикарно. Как тебе разминка? Ну, судя по всему, тренировка по акробатике. Если следующее упражнение сальто-мортале... Миша, а не тренировка. Он Миша, да. Видишь, как прекрасно получается. Не знаю, всегда так делаю, всегда так блокирую. Да? Да. Yeah. Все, можно идти в душ. Понял. А, и запью. Ходили к Мише Погодину на тренировку бесплатно, а теперь он нас везет к себе на дачу отрабатывать. Ну что-то копать. Две ямы, ширина метр, высота два, не знаю, в чем смысл. Нужно выкопать две ямы. Ну поможем парню, а что? Просто попросил помочь. Просто, да, поможем. Даже музыка у Чехова в машине не предвещает ничего хорошего. Блять. Говорят, раньше Чехов учился в музыкалке на фортепиано. Умел. Вот. А, ну, его сильно заставляли. И потом он ушел вот в такую музыку. Ну, он называет это. Оговорок не будет, когда наш российский спортсмен, выросший с нуля в этом спорте, станет чемпионом мира в адалтах по черным поясам.